45 мультфильмов за 4 дня. В художественной галерее стартует акция «Открытая премьера 2021». Это конкурсная программа открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале. Проводят ее в нашем городе уже больше 3 лет. В этот раз саровчанам предлагают выбрать лучший мультфильм. А «Открытая премьера» – это мультфильмы, которые созданы для детей. Это мультфильмы, которые мы все любим, все знаем, потому что вся программа разделена на 3 части по возрасту 0+, 6+ и 12+. Малышей ждут новые серии любимых мультфильмов. Для категории 12+ приготовили авторское анимационное кино, отдельный вечерний показ которого пройдет в четверг 18 марта. Мультики всех 3 возрастных категорий можно увидеть со среды по субботу. И, конечно, важная часть всероссийской акции – голосование. После каждого сеанса наши участники, наши зрители будут выходить, мы их встречаем в фойе, и там будет все приготовлено для того, чтобы прошло голосование за лучший мультфильм. Мы уже выработали свою собственную технологию голосования, она очень интерактивная, очень интересная и доступна как маленьким, и очень взрослые хорошо на нее реагируют. Вход на кинопоказы бесплатный, групповое посещение по предварительной заявке. Подробности акции можно узнать по телефону 70287. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.